Почему на флаге Стерлитамака изображены гуси? Данный вопрос поднимался на выставке официальных символов районов Башкортостана в городском дворце культуры. Представлено 54 флага. На экскурсии учащимся старших классов школ и студентам рассказали про государственные символы Российской Федерации, Республики Башкортостан, субъектов России и муниципальных образований республики. Мы сегодня собрали школьников и студентов для того, чтобы они вообще познакомились с историей нашей республики, с созданиями флагов, для того, чтобы знать свою родину, для того, чтобы воспитать из молодежи именно патриотически настроенных лиц, которые любят свою страну, регион и малую родину, район. Каждый флаг, он же содержит часть истории этого района, часть нашей богатой истории, которую должен знать каждый.